Спонсор показу – компанія «Нова будова». Я очень благодарна, что меня поверили, и сегодня я нахожусь здесь, в финале. Это лучшее, что я видела в истории голоса Диты Украина. Это феноменально, правда. Это феноменальный голос. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Но если говорить о том, кто меня просто положил на лопатку... Так, ты залышил. Даниэля. Дальше со мной пойдет Даня. Сейчас мы видим будущую мировую звезду. Это очевидно. Ты выглядишь сама, ты выглядишь как награда. Для меня большая награда работать с тобой. Моя победа будет победой всей команды Монатика. И я очень хочу, чтобы он мной гордился. Данелия Тулешова. Може, вже досить? Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій я пишаюсь тобою
і собою. Тулєшова, браво! Мурашки. Колись нарешті дорослі дослухаються до дитячих слів і нарешті в нашій країні буде мир. Давайте ще раз поаплодуємо цій маленькій дівчинці, яка такі важливі слова старалася донести до вас, дорослі. Прислухайтесь! Діма, прокоментуй, будь ласка. Ну тут... Наверное, я просто розкажу історію, як це все відбувалося, тому що... Когда мы работали над финальной песней, пришла Даня, я говорю, что бы ты хотела спеть, что тебе нравится? И она сама говорит, я обожаю «Океан Эльзы». Я говорю, какую ты песню хочешь спеть? Она сказала, не твоя война. И я подумал, такая маленькая девочка, она неужели прочувствует эту песню и поймет? Я просто попросил спеть, и я был просто в восторге, я был поражен. И я просто хочу сказать тебе, уважаемая Данелия Тулешова, что ты должна понимать, что на тебе очень большая ответственность. Ты сегодня голос, в моем понимании, всех детей планеты. У тебя какая-то грандиозная миссия здесь. Я искренне в этом уверен. И ты совсем скоро поймешь, насколько это важная миссия. Поэтому мне просто, для меня большая честь прикоснуться к твоему творчеству, поработать с тобой, честь быть твоим тренером в проекте «Голос дети». И как бы ни там произошло сегодня на проекте, ты чувствуешь каждой частичкой тела все, что происходит. Ты на любом языке можешь донести то, что у тебя на душе, и ты действительно невероятная. И я тебя благодарю за все, что ты делаешь на этом шоу. И дай Бог. Дякую, мы услышим мировую звезду, и я рад, что на «Голос дітей Україна» у нас є такий ребенок. Спасибо большое. Голосуйте за Данелію Тулєшову. Набирайте цифру 06 на короткий номер 7914 або телефонуйте на номер 0900 307 806. Це була надзвичайно прониклива Данелія Тулєшова. Данелія, ми тобі дуже вдячні. Дякуємо. А яка українська мова? Молодець, Данелія Тулєшова, браво!